На редкость воспитанного пешехода заметили на Суворовском проспекте. На зеленый свет строго по зебре. Проезжую часть пересекала крупная розовая свинья. Животное не нарушило ни одного правила дорожного движения, не создало аварийных ситуаций, а чинно следовало за своей хозяйкой, которая шла далеко впереди. В Петербурге парнокопытным в квартире никого не удивишь. Ранее в этом же районе не раз видели женщину, которая выгуливала на поводке пятнистую свинью и даже заходила с ней в продуктовые магазины.